Доброе утро, с вами Татьяна Ковальчук. Приветствую вас на канале «Канадская деревня». Вот в этом видео хочу показать. Вот жду я на Люсю, пока она наестся сена. К моему удивлению, я дала, в принципе, вчера ей вечером очень много сена. Но она его все съела за ночь. Вот. Я пришла, у нее была пустая кормушка. Ну и... Вот насыпала ей еще сена. Мы посмотрим, сколько она съест. Я жду, чтобы она съела, наелась как можно больше сена. Потом я ее только буду доить, и потом буду давать комбикорм. Я хочу, чтобы она имела хоть какую-то подушку сенную перед тем, как она будет угощаться комбикормом, есть вкусняшку. Вот так вот все. Там и наша Зоя Зая. Сенком балуется. И мистер Браун. Вот. Но Зоя Зая тоже, к моему удивлению, съела. Я ей дала две стопки сена, и она съела это за ночь. Вот. Я так думаю, что сено какое-то очень легкое, если так можно выразиться. И поэтому они так быстро все съели. А мистер Браун, ну, он тоже съел все свое сено, только оставил там он. Немного была примесь с соломой, а солома была из-за того, что ему попало то, что я подстилку делала Зои Зая, и солома к нему попала. Вот. Экстра солому я держала возле Зои Зая, возле ее стойла, и так получилось, что немного ему там попала эту солому. Естественно, солому он не ест. Ха-ха. Он не такой уж глупый, чтобы кушать солому. Он ждет всегда сена. Еще и выбирает, что повкуснее. Такой разбалованный у нас он. Да, и Зоя Зая тоже. Люся тоже никогда солому есть не будет. Никогда. Такого еще не было, чтобы она там даже соломинки, они кушать не будут. Если они алфалфу, вот эти вот только листики, стряхивает и поедает листики, а палочки оставляет, то будет там Люся тебе кушать солома. Ха-ха-ха. Так что такие вот дела. Разбалованные коровы, разбалованные быки, разбалованная телочка, да, Люс? Угу. Только самое лучшее сено подавать им. Ну да. Вот такие вот дела. Вчера почему-то вечером Люся дала меньше молока, где-то на 2 литра. Вот. Я что-то не поняла, почему. Но думаю из-за того, что я не знаю, я не спросила. Я вчера утром очень рано уезжала, и я не спросила Наталку, когда она ее доила. Она могла ее позже доить, чем обычно я даю. И не прошло 12 часов. С последнего доения. Поэтому она дала на 2 литра молока меньше. На 2 килограмма. Ну, вот так вот. Думаю, покажу вам, как мы вот кушаем. Вот, все равно там Люся старается все равно выбирать что-то повкуснее, по крайней мере, сейчас хотя бы, да? Вот когда есть такое разнообразие, видите? Хочет она там достать что-то внизу у нее. Эх, Люся, разбалованные коровы, плохое сено они не едят, солому они не едят, так вот, простите, ну ладно, буду прощаться, спасибо вам за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч, пока-пока.